В Москве сегодня простились с поэтом Андреем Дементьевым. В зал имени Чайковского с утра шли те, кто знал и любил его стихи. Всегда предельно честные, искренние и потому трогавшие до слез. Он работал в совершенно разных жанрах. Много писал для эстрады, был теле- и радиоведущим. Более 10 лет возглавлял журнал «Юность». В 80-е Дементьев печатал в нем опальных авторов и активно помогал молодым литераторам. Андрея Дмитриевича не стало во вторник. В июле ему должно было исполниться 90. Он человек моего сердца, потому что мы были созвучны, понимаете, созвучны. И вот то сопричастие, которое сквозило в его поэзии, узнаваемость. Каждый читатель узнавал себя, узнавал свой мир, свои проблемы. Может кто-то сказать... Ну, 90 лет – это солидный возраст. Нет возраста у поэта. Есть только его произведение. Я стала Андрея Дементьева. Человека, который никогда в любые времена не торговал своей совестью и не боялся крутых поворотов. Гражданская панихида по Андрею Дементьеву завершилась аплодисментами, которые не стихали 20 минут. После отпевания в храме на Большой Ордынке поэта похоронят на Кунцевском кладбище.